Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 22 апреля, 3 часа ночи, наш ежедневный, ребят, обзор магазина, чё почём. Смотрим, что сегодня будет. Ну, всем вы знаете, чё мы ждем сегодня. Мы сегодня ждем вот этот скинчик, да? Я его уже получил, спасибо Epic Games. А мы его ждем сегодня. Ну, если не сегодня, будем ждать дальше, но хотелось бы, хотелось бы. Давайте, обрадуйте народ. Да! Да. Все вышло сегодня. Так, что у нас входит в этот набор, ребят? Если вы хотите посмотреть, как, собственно, все это выглядело, как получил я, в подсказках сверху, там вот вверху будет ссылка на, ну, подсказка с предыдущим видосом моим, где я это дело открыл, получил, посмотрел, поиграл. Красота. Давайте пройдемся по ценам, потому что, когда я получал, я не знал цену. Кирка 800. В принципе, ожидаемо. Поиграл. Кирка, как по мне, средненькая. Не особо мне зашла. Это кирка банана просто в бриллиантах. И вот с тремя лампочками. Ну так. Не особо мне зашла. 800. 500 обертка. Офигенная. Обертка очень мне нравится. Выглядит очень круто. Очень классно. Такая, знаете, улучшенная версия призмы, я бы сказал. У нас есть призма, обертка. Вот это вот ее лучшая версия. Мне она напоминает ее, но гораздо круче. Классная обертка. Эмоция 300. Шикарно. Шикарно. Я боялся, что эмоция будет 500 стоить, и что оно того не стоит. За 300 отлично. А вообще отлично. То, что нужно. Итого 800, 1300 и 300, 1600. Я не знаю, ребят, за сколько этот комплект стоит у вас. Я предполагаю, наверное, объективно он должен стоить в районе 1000. Если он стоит 1000, это отлично. Вообще все как надо, его реальная цена. Просто у меня уже все получено. И я не знаю цену за пак. Надеюсь, что 1000, и тогда все объективно и адекватно. Здесь у нас скин Трэвиса. Два стиля. Обычный и такой вот вставкой а-ля Терминатор. Оба выглядят круто, отличная физика этих волос, вообще шикарно. Бэкпэк офигенный, офигенно, вообще не мешается, идеально, как я люблю. Лучше, чем позвоночник, вообще не видно, видите, он чуть живой движется, это очень классно выглядит. Мне больше стиль нравится, конечно, вот этот Терминатора, но в реале тоже выглядит круто. Короче, убойный скин и полторашка, абсолютно адекватная цена, абсолютно. С учетом, что еще и с бэкпэком, ребят, топовым. Второй скин, который у нас, это Astro Jack, которого также два стиля. Второй стиль просто бомбезный, охренительный. Первый тоже классный, но второй мега крутой. Вот этот эффект нижний, очень круто. И, ребят, сейчас давайте я покажу. Более предметно, просто сегодня уже отыграл, более детально можно это все дело показать. Во втором стиле карта, да? Карта раз, карта два. Узнаете, да? Одну и вторую. Да, ребят, да. Эх. Вот. И бэкпэк, у которого три стиля, три цвета. И я не знал, что изменяется. В общем, смотрите, в процессе игры изменяется. Когда юзаете эмоцию, такие как биты от колонки образуются, покажу. Вот этот стиль, скин Трэвиса, ребят, показывать не буду в игре. Это в подсказках, посмотрите. Отдельное видео у меня, где я именно получил, я его показывал в игре. Поэтому зыркайте. Я покажу вам вот этот бэкпэк и покажу вам космонавта. Также есть это все, понятное дело, в фулл сете. 3500, ну... Если он стоит 2500, это просто подарок. Это офигенно. Почему 3,5? Это две штуки, что ли? А, он 2 стоит. Этот скин 2 стоит. Ну, тогда да, конечно, ребят. Трэвис стопудово поинтересней. Но этот скин очень крутой. Две свои он стоит, но в сравнении с V-баксами, наверное, можно его взять за полторашку. Пак 3,5, да, наверное, этот будет стоить 1000-2,5. За 2,5 можно брать, конечно. Это было бы круто. Если он 2,5 стоит, это вообще отлично. Все, левая сторона имба, ждем ивент и очень хочу посмотреть. Класс.
Вот это все осталось. Я думал, уберут с приходом Трэвиса. Нет, все осталось, ребят, можете докупать. Главное, не забывайте тег автора, ребят, с ПТ-083 указывать. И здесь у нас нам добавили бананатор, который только-только был 2 дня назад, 3 дня назад, когда он был, день назад, только был. Хорошая эмоция, счастливая походка. Передвижение. Классная эмоция. Вот, вот это прям, наверное, это под ивент даже подойдет. Хорош, хорош. Мне нравится. Это вовремя эмоция, вовремя. Хорошая. Шик-блеск. Ну, я бы не сказал, что это, конечно, под ивент зайдет. Гравий. За 800, хороший скинчик. Спасибо за подарок, ребят, хороший скинчик. Ой, какая же, какой же бэкпэк шикарный, ребят. Просто под любой скин. В прошлом видео я показал, ребят, второй стиль. Сейчас покажу специально этот, чтобы вы могли оба увидеть до покупки. В общем, смотрите то видео, там и Трэвиса я показал, и этого космонавта с плащом, когда он, я не знаю, как-то на басах расходится, блин, очень круто. По бэкпэку я тогда не понял, как он меняется в процессе игры. От него, видите, басы идут. Кстати, получил уже эмоцию за испытание. Имба. Поняли, да? Давайте космонавта в прицеле. Того я показал, смотрим этого. Бэкпэк, конечно, просто дикий скин. Убойнейший. Просто убойнейший. Оберточку еще разок закрепить результат. Обертка. Чем больше объект, тем обертка вообще круче выглядит, очень классно. Теперь то, что у нас не из пака, это банан. Только показывал его, ребят, только показывал. Только-только. И эмоции, эмоция, счастливая походка. Кайфово, кроссы светятся. Сейчас пока ходил, заметил. Вон они, видите, подошва. Как, собственно, и в реале. Да, низкий потолок. Кайф. И последнее, это шик-блеск. Шлеме, блин, космос, это вообще кайф. Мега круто. Мега круто просто. Я от скина прям кайфую от одного и от второго. Очень круто. И Валентина с двумя ее стилями. Раз и два. И бэкпэк. Раз и два. Валентину вы любите, ребята. Я по-любому уверен, что Валентина кому-то вовремя зашла. Но, конечно, пока у нас такая вставочка. Не уверен, что стоит брать скины, которые выходят на постоянку, если у вас, конечно, не миллионы V-баксов, потому что и здесь много чего интересного, и сегодня еще Трэвиса, это просто жесть, это очень круто. Так, новинка, да, новинка еще там. Вот это я все уже получил, это вчерашний, это, ребят, все не сейчас, это в обед нам сегодня приехало. Как я еще раз повторю, ребят, вот это все дело, ивент стримить буду, понятное дело, оно падает на мое время, вообще 2 ночи это мое время, поэтому, понятное дело, я это застримлю, так что приходите на мои трансляции, 21:30, 3 ночи на Твиче, все есть. Спасибо всем большое, ребят, указываем тег автора, приходим на трансляции и не забываем проставлять лайкосы и писать комментарии под видео. Пока.